все могут сами по себе. Ты можешь сам по себе жить совершенно спокойно, как бы закрыться в четырех стенах, понимаешь, и все привезут, там этот, работать дистанционно, можешь людей вообще не видеть. Да? А когда вот нету этой, нас ничего не сдавливает, а все отношение такое взаимодействие виртуальное, да, как легко послать человека по онлайну? Это же так легко, понимаете? Вот. И мы научились быть говнюками, понимаете, вот так. Ну, я в хорошем смысле говорю, я же не ругаюсь, вот. Но правда, и вот это отсутствие этой человечности, оно как коррозия.